Порой кажется, что София Ротару остановила время. В 71 год певица выглядит гораздо моложе большинства своих сверстниц. Однако, иногда у звезды все же возникают проблемы со здоровьем. В прошлом году ей стало плохо на корпоративном вечере, и медики поставили ей диагноз – гипертонический криз. Также появлялась информация, что у Ротару начались проблемы с памятью, она перестала узнавать собственных ассистентов. Некоторое время артистка находилась в тени, а в марте она выступила на фестивале «Песни года» в Германии. Многие отметили, что она выглядела здоровой и будто помолодела. «Выглядит более чем достойно, учитывая возраст», — так оценила внешность артистки стилист студии «Даймор» Анастасия Николаева. Похоже, что сейчас Софию Михайловну уже не тревожат проблемы с самочувствием. В минувшее воскресенье она поздравила поклонников с Пасхой. Ротару поделилась снимками, на которых позирует в полупрозрачном черном платье с цветочным принтом. Сквозь ткань легко можно было разглядеть стройную фигуру певицы в нижнем белье. На снимках она продемонстрировала неувядающую красоту. Звезда будто светилась от счастья. Поклонники пришли в восторг, увидев снимки Ротару. Они поразились ее гладкой кожей и стройной фигуре. Как возможно так не меняться? София Михайловна, вы невероятная. Мы вас очень любим, женщина-весна, женщина, которая с годами только хорошеет. Прокомментировали пост подписчики. Всего знаменитость получила более 600 отзывов. Добавим, что у Софии Михайловны подросла внучка София-младшая. 17-летняя девушка унаследовала красоту своей бабушки и не только работает моделью, но и недавно выпустила новую песню. Не исключено, что она пойдет по стопам Ротару.